Конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Губанова Юлия, 13 лет, станица Подгорная, Георгиевский район, Ставропольский край. Сергей Михалков, 10-летний человек. Крест-накрест синие полоски, на окнах съежившихся хат. Родные тонкие березки тревожно смотрят на закат. И пес на теплом пепелище, до глаз испачканный в золе, он целый день кого-то ищет и не находит на селе. Накинув старый зипунишко, по огородам, без дорог, спешит, торопится парнишка, по солнцу, прямо на восток. Никто в далекую дорогу его теплее не одел, никто не обнял у порога и вслед ему не поглядел. Но по щеке его ни разу не проложила путь слеза. Должно быть, слишком много сразу увидели его глаза. Все видевший, на все готовый, по грудь проваливаясь в снег, спешил к своим русоголовый 10-летний человек. Он знал, что где-то недалече, ведь, может быть, за той горой его, как друга в темный вечер, окликнет русский часовой. И он, прижавшийся к шинели, родные слышал голоса, расскажет все, на что глядели его недетские глаза.